Мы на месте. Мы приветствуем Татьяну, интересуемся, готова ли она к проверке, доверит ли она нам свое биополе на период сеанса. Доверит. Я даю команду на счет 3. Сканер сканирует пространство над головой Татьяны под ногами. Сканер сканирует систем тонких тел Татьяны, находит все. Два канала. Два канала. Поехали. Снимаются все маски и голограммы сущности, пристают согласно своему эфирному коду ДНК. Кто-то мимикрирует? Я бы не могла понять, что это неупокоенная душа в одном. Неупокоенная, хорошо. Дальше. Сейчас, подожди, она меня отвлекает. Она с ней синхронизирована. Неупокоенная душа. Неупокоенная душа, а что ты синхронизируешься с Татьяной? Кто тебе разрешал входить в ее биополе? Он ей нравится с ней. А кто они, тебя спрашивает, нравится они тебе? Они подходят, или... как сказать, по характеру. Кто ты такая вообще? Назови свое имя. Или ты? Или он? Кто ты? Мадонна. Какая Мадонна? Снимаются все маски и голограммы, и сущность пристает согласно своему эфирному коду ДНК. Она смеется над тобой. Она какая-то как на ведьму похожа, я бы сказала. Откуда ты взялась, сущность? Я тебе сейчас открою поток любви абсолюта и сожгу тебя в этой клетке. Кто ты такая? Имя назови свое. Она хрипит. Ну, плохо, она хрипит, она показывает, она ведьма. Ты ведьма? Неупокоенная. Не ушла. Понятно. Столько она не... сделала, что не ушла. А я тебя сегодня отправлю в чистилище. Ты уйдешь сегодня в чистилище, в черный портал. Куда тебе место? Татьяной хорошо ей. А ей плохо с тобой. Как ты вообще попала в ее биополе? Она столько сделала, что не может уйти. Когда ты умерла? 16 век. Перемещается, ищет. Где ты вошла биороботы. В нее? Где ты вошла в нее? Переходит из одного биоробота в другой. Из кого ты перешла в него, в нее? Я второй раз спрашиваю, из кого ты пришла в нее? Она животное показывает, собаку. От собаки? Какого цвета собака? Может собак? Быть, хозяйки. Небольшая, светлая какая-то. Белая? Шивала? Да, белая. От этой хозяйки перешло, да? Не знаю, шивала или кто это. Небольшая. И как это случилось? Она подошла, эта женщина, к Татьяне, и ты перепрыгнула или как? Она не подходила. То есть не подходила близко. 20 метров расстояние было у нее. Понятно. У нее квартира защищенная, значит, она стояла где-то на балконе, да? На балконе. Длинный балкон был, да? Да. Я знаю, о чем речь идет. Я хорошо. Ее именно с балкона и забрала. Сколько дней ты сидишь в ее биополе? 2 недели. 14 дней. Это ты транслировала ей во время сна картины, которые там кошки всякие, котята, вот это все? Это твое было? Она говорит, что это ее воображение, но мне очень приятно эти воображения. Весело с ней. Откуда эти воображения вообще в нее, ты мне скажи? Не ты ли ей посылала эти воображения? Или кто-то другой? Нет, она не посылала. Хорошо, переходим ко второму каналу. Кто у нас там? Сейчас, подожди, это, по-моему, ее тоже установка какая-то. Ты что, установки еще ставишь, неупокоенная душа? Есть у меня силы и знания, энергии беру. На счет 3 вытаскивает эту установку, отключается, полностью выходит из биополя Татьяны. 1, 2, 3, да, будет так, а так и есть. Но в клетке уже. Уже в клетке, отлично. Выстраиваются 2 канала, 1 к неупокоенной душе, 1 к этой установке, 1, 2, 3. На счет 3 забираю, а вернее, отдаю реверсом все негативные и патогенные энергии, все мысли, формы, все негативное и патогенное мощным потоком возвращается назад в эту конструкцию, голограмму и в эту ведьму. 1, 2, 3, да, будет так, а так и есть. Что возвращается, Вера? Туман такой, клубы. Она тебя ругает. Она говорит, кто ты такой? Я вселяла в нее. Отлично. Я подхожу к ней и показываю себя. Она меня видит четко и ясно. Сгинь.
Ты мне говоришь, паразитарная сущность? В моих руках появляется шар любви отца. 1, 2, 3. Видишь это? Он меня слепит. Я его глаза сейчас тебе больные. В горло засуну. Если ты еще раз мне что-то скажешь в этой комнате. Она говорит, что я душа, а душа бессмертна. Хорошо. Посмотрим, куда ты уйдешь сегодня. Бессмертная душа. На какой минус уровень? Реверс закончился. Устанавливай фильтры золотой сеточкой на все каналы. 1, 2, 3. И в порядке реверса Татьяна забирает все чистые, светлые, божественные энергии. 1, 2, 3. Пошли по каналам. Мощнейший поток всех энергий, которые украла эта конструкция и эта ведьма. 1, 2, 3. Да, будет так. А так и есть. Подожди. В смысле, от нее информация идет какая-то. Даже не от нее, а о ней. Да. У нее несколько фантомов. А то есть у нее хватило сил разделить себя на фантомы и отпустить по всей земле, что ли? Силы моего намерения я даю команду. На счет 3 все фантомы этой ведьмы, которая на этой земле находится, возвращаются в нее. 1, 2, 3. Отключается полностью, где бы они ни находились, возвращается в нее. Она стоит одним целым. Да, будет так, а так и есть. Пошел процесс. Ей не нравится это. Не-не-не-не-не, говорит. Все назад, все до последнего микрона, сила моего намерения. Притягивай, отключай все фантомы с других людей. Все вылетает, все отключается, все летит в клетку. И она становится одним целым из всех фантомов. Рассинхронизируй на счет 3 все эти фантомы, которые находятся в других местах на Земле. На счет 3, 1, 2, 3. Рассинхронизируется, отключается полностью до 100%. Все выходит из людей, все летит назад к тому, кто их установил. К этой ведьме, да будет так, а так и есть. 3 фантома. Чуть громче говори, Вера. 3 фантома пришло. 2 сильные зашли, а 1 слабый. Он как ползет такой медленно. Хорошо. Все 3 фантома соединяются вместе с этой сущностью. Готов. Отлично. Хорошо. Как у нас с реверсом? Мы дали реверс обратный? Мы забрали? Дали, он закончен. Что вернулось, Вера? Энергии. В ее биополе больше ничего не находится, да? Нет. Хорошо. Я даю команду на рассинхронизацию Татьяны с этой голограммой, этой конструкцией ведьмы и с ведьмой. Ее фантомами. 1, 2, 3. Пошла рассинхронизация до 100%. Исчадие ада. Ты посмотри. 500 лет она летает. Я тебе сегодня покажу, где твое место. Сущность паразитарная. Мадонна ты. Как твое имя настоящее назвала? Быстро. Иначе я тебя сожгу в клетке. Каролина. Где ты жила? Ирландия. Ирландия. Хорошо. Ну вот, а в Дюссельдорфе ты найдешь свой конец. Готово. Подхожу к Татьяне, кладу руки на плечи, помогая моей энергии сделать импульс высокого вибрационного шока удара, сжечь все каналы. Значит, 3, 1, 2, 3, удар. Отлетают все каналы. Открывается портал, галактическое ядро, каналы уходят на переработку, закрывая, печатая, растворяя. Есть. Отлично. Ну что, ведьма, пришло твой час. 500 лет ты жила и ждала этого, правильно? Готова уходить в чистилище и отвечать за свои поступки? Она сильная, она настоящая ведьма. Да мне все равно, какая бы она ни была, Вера. Она показывает просто, у нее змеи там внутри, она работала с разными остатками животных. И отлично. Ну вот это все сейчас ты получишь за это всю цену. Открывается портал в галактический... Стоп. Открывается портал, светлый портал в чистилище. 1, 2, 3. Не хочешь туда. И вышвыривая ее в этот портал, улетела туда. Да будет так, а так и есть. Она корчится, там светло для нее слишком. Закрывай, опечатывай, растворяй. Готово. Отлично. Что у нас в клетке находится? Конструкция ее осталась какая-то еще? Нет, она с ней ушла. Значит, ничего не осталось? Нет. Хорошо, давай закачаем Татьяну энергиями и поднимем вибрации. Посмотри, сколько ей нужно энергии, какая частота вибрации.
320 и 25. На счетри в макушку головы Татьяны начинает поступать 7 высоковибрационных потоков по 320%. Каждый 1, 2, 3. Потоки пошли, наполняют, усиливают. Все необходимые ей цвета начинают поступать. Мощность потоков усиливается. Частота ее вибрации поднимается до 25 Гц. Пошел подъем. В ней было много вот этих клубов серых. Энергии, по энергиям соскучилась она. Готово. Синхронизируется энергия вибрации, гармонизируется, распределяется, усваивается наилучшим образом. 1, 2, 3. Хорошо. Татьяна, вы видели, какая сущность сидела в вас? Вы помните момент, когда она вошла в вас? Она даже не поняла, как она с ней синхронизировалась. Она вошла через эту женщину, у которой маленькая собачка. На расстоянии 20 метров эта сущность может перепрыгнуть. Вы стояли на балконе. Такие бывают вещи. Хорошо, для усвоения энергии вибрации возвращаем тонкую копию Татьяны в систему биоробот-душа. Заводим, подключаем ее к каждому органу, каждой клеточке, каждой извилинке головного мозга. Проходит полная синхронизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Готов.